Есть книга, дневник Толстого последний, там впечатанная туда эта вот штука, в более полном виде, да? А, это все, для тех дают, да? Да. А кому? Конечно, у вас есть? Есть. Вы не против? Ну, вот я думаю, что вы можете мне кого-то рекомендовать или вообще. Потому что, честно говоря, все не срочно, я пока не очень решаю тоже. Если уж Тима будет. Сам же виноват. Представляете, что со мной происходит в некоторое время. Нет, я представляю. Я представляю, это кара. Это не, ну когда я его звоню, я все равно все это надо. Ну вот не всегда. А может, я тоже буду вам говорить? Да, вот как можно узнавать о ваших встречах? Ну все, на сайте, все завтра вообще не планировал. Но Дима послушался. Как вы сегодня отмечали нас? Те, которые стояли за дверью. В смысле? Это не сегодня в списке отсутствует? Нет, сегодня вообще не отмечал никто. Сегодня как бы такое свободное. Сегодня свободное. У нас вот какая проблема. В следующий раз у нас будет здесь праздноваться юбилей Сорокина. Так, который, четверг я буду в 17:06. Нам нужно проходить. Я не стал переносить на президент. Давай, если тебе не сложно. Мы найдем что-нибудь. А здесь будут. Мы найдем какую-нибудь вещь. Да, заходите. Найдем какую-нибудь аудиторию. Здравствуйте.